Сейчас на фуллскрин сделаю, подожди. Звук что-то странный в менюшке. Monitor Tuning, Rumble, Default. Бля! Ай. Сейчас опять нужно будет привыкать, да, к управлению. B-button вниз. Надо вспоминать, как я бегала в трёшке. Resident Evil. Громко? Она вроде тоже на английском. The American Midwestern town, Raccoon City, has been completely decimated due to the T-virus. Короче, T-вирус, выпущенный корпорацией Umbrella, полностью разъебал Raccoon City. Claire Redfield. Клэр Редфилд, которая прибыла в Раккун-Сити и хотела найти брата Криса с полицейским Леоном, смогли спастись из города, но их пиздец только начался. 3 месяца спустя. Identification number is WKD4496. Твой идентификационный номер такой-то. Добро пожаловать в твой новый дом. Графон пиздатый. Меня зовут Клэр Редфилд. Что 10 дней назад? She apparently infiltrated the complex looking for her lost brother, Chris Redfield. Она искала своего брата. One of the surviving members of RPD's famous STARS teams. Шинигамишка, привет. Я, по-моему, не поздоровалась с тобой первый раз, да? А, извини. Извини, привет. Какая она крутая. Don't move. Не двигайся. Такая долгая катсценка, кстати, стартовая.
Лайтер имеется в виду зажигалка, а не фонарь, да? Если бы у меня была зажигалка, я могла бы посмотреть, что там снаружи. Plain Monals. Файлайтом. Так у нас есть зажигалка бенза, типа нет или что? Бля, как с управлением-то? Не флешлайт же, да? Perfect. Идеально, блять. Отлично. Go on. Get out of here. Давай, выбирайся. This place is finished. С этим местом. I don't know. It might have been a special forces team. But in any case, this prison's been taken over. Troops have been wiped out. What are you saying? You're free to leave the complex. Можешь покидать комплекс. But you may as well know you have no chance of getting off this island. Но, типа, у тебя what about you? В любом случае, what are you going to do? Нет шансов Don't worry about процесс me. Этого острова. Обо мне не беспокойся. Это кот Вероника. Вам по громкости нормально? Но у меня вряд ли что-то в камере было, да? О, мое родное управление из третьей части. Заебись. У меня просто такое чувство, будто она мне прям по ушам ходит. Список заключенных. Мое имя в самом конце. Имя чувака, который... Имя сопровождающего в конце документа. Ага. Родриго Хуан Араваль. Это он, наш сопровождающий, да? Его глаза закрыты, у него кровотечение. У него понадобится... Да, лекарство, которое поможет остановить кровь. Бля, нож есть, пистолета нет. Надеюсь, она не супер. Тут не было, кстати, выбора сложности. Вот что меня смущает. Так, надо бы бегать, хорошо. Дайте-ка мне минутку. Я немножечко громкость убавлю. А то прям реально по ушам долбит. Вроде все получше. И с картой нужно определиться на... На Y, да. Но пока, наверное, нужно зажигалкой гонять, потому что темно как-никак. Да, у меня два монитора. Нормал нормальный, хорошо тогда. Богатая. А тебя не учили, что такие вопросы людям неприлично задавать? Богатство — понятие растяжимое. Можно быть богатым, не имея много денег. Ты будешь лучше думать, что стоит писать в чат, а что не стоит, иначе у меня терпение не безгранично. Спасибо. Так, ладно, пиши туда. Мне говорили, что здесь за мной никаких немезисов бегать не будет, и это хорошо. Я собирался 3 года. Я не знаю, сколько он точно на данный момент стоит. На, эта зажигалка тухнет, кстати.
Давай мануальчик уж почитаем. Умеем. Умеем. Cancel, control, pad down. Надо будет потратить. Залезать тоже умеем. За этим блок смешу зиму. Все, поняла. Тут коробочки. Еще один мануал голубой или это тот же самый? Тот же самый вроде. А, их несколько. Понял. Блин, а можно звук ебучей зажигалки вытащить? А! Это не зажигалка, смотри-ка. Так, атаковать умею, заебись. Управление немножко поменяли. Ой. Это не к добру. Это вообще не к добру. Мышка X7. Клавиатура гуглик 910, по-моему. Сто восемьдесят три, да, я об этом забыла, кстати. Бля, их очень много здесь. Да, как бежать? Что это за хуйня? Скажи. Понял. Бля, хочется использовать в качестве действия кнопку А, не Х, но, видимо, я опять через миллион лет привыкну к этому всему. О, пистолет, который мне очень нужен. Бля. Блин, так много катсцен. Не стреляй. Кто ты? А, ты не зомби? Подожди, я сейчас спущусь. Извини за это небольшое недопонимание. Но я думала, что ты одна из них. Заткнись, двинешься, и я тебя пристрелю. Эй, красотка, извини. Меня зовут Стивен. Я был заключенным. И ты, судя по всему, тоже не из Umbrella. Нет, я Клэр. Клэр Редфилд. Приятно познакомиться, я это запомню. Запомню, как сказал. I can finally escape from this crazy island. I'll see ya. Hey, wait up! I don't want you following me, lady. Я не хочу, чтобы ты за мной шла. You'll only slow me down. Ты только замедлишь меня. Бля, надо научиться... Ага, на Б. Все, умею 180 сделать. Спасибо, Кума. А карту как я чекала? Вот здесь? Ого. Хорошо. Этого чувака мы типа уже залутали, да? А, не-не-не. Кума, можно просто на стике прокручиваться.
Я отсюда же пришла изначально, не? Невозможно открыть. Вот отсюда я пришла, да? Не знаю, стоит ли тратить на всех этих дурачков патроны. Не думаю, что это очень хорошая идея, но попробовать можно. Сколько у меня всего? 30 плюс 7, да? Четыре патрона. Наверное, зря все-таки я сюда вернулась, но вдруг не зря, а? Там вон типа лестница есть. Надо вспомнить, как перезаряжаться. Смотри, долбоёб встает или нет? Будет забавно, если я зря потратила все это дело, да? Да, у меня пробита губа. Пошли, может, я там что-нибудь долутала, а? Бля, ну, допустим, я шла сюда, чтобы засейвиться, но у меня нет ленты. Ты же понимаешь, что после того, как тебе кто-то ответил на вопрос, не обязательно каждый раз писать ясно. Бля, не стоило тратить все патроны. Слушай, а дипломат надо забрать в любом случае, да? Судя по всему, нет. Потом, возможно, это потушится после дождя когда-нибудь, а возможно, не потушится. Не, вот здесь графон охуенный, извини меня. Типа она прям такая 3D-шная и миленькая. Я, кстати, что-то сделала с управлением, у меня теперь А работает как надо. Странно. Ворота заперты. Логотип Халк, это ж ястреб, да? Орел. Постоянно их путаю, спасибо. Бля, Мосбрук, меня хотели заставить проходить за эту, за Аду, но я что-то посмотрела и решила к пизду. Что сначала за травой, да? Какое же управление, это неудобно, непривычно опять. После тройки было бы проще сюда камбэкать. Мужчина! Развернула слишком сильно. Найс, перезарядочка. Блять. Сейчас пизда рулям будет. Не ту кнопку просто нажала. Да господи, блять. Тут-то мы и умрем сейчас.
Ничего, к управлению привыкну и получше будет. Падали, но поднимались. Пизда. Минус патроны, не надо было тех долбоебов дефить. Be careful, хорошо. Я заметила по вот этому неудобному месту довольно-таки. Ничего полезного. Карта. Опять проблема, как подняться на лестницу. Господи, блядь, сейчас сдохну. Через действие надо, да? Извини. Тут по лестницам, короче, через действие надо подниматься. Никак к этому тоже не привыкну. Тут реально, блин, папоротник какой-то прикладывать можно будет к себе. Моя любимая дверь. Я так по ним скучала. Мне кажется, этот дружочек скоро встанет, да? Дневник заключенного. 13 мая. Рука. Комната пахнет смертью. Судя по информации, что я нашел, можно предположить, что я на юге от экватора. Мне повезло, что Боб в банк, не знаю, ниже меня, один из тех интересных типов людей. 16 мая. Сегодня Боб рассказал мне одну безумную историю о том, почему его посадили в это место рядом со мной, ну, вместе со мной. Боб сказал, что он был attendant, помощником владельца этого места. Этого босса звали Альфред, и... он его посадил сюда, типа, как бы случайно. По ошибке. Что это значит? Что со мной произойдет? 20 мая. Без предупреждения группа военных людей забрала Боба в здание за стендом с гильотиной. В полночь я прокрался отсюда... ну, выбрался отсюда, прокрался, чтобы увидеть его. Я слышал, что... тех, кого забирают в это здание, ну, те люди никогда не возвращаются. Наверху были огромные пластиковые пакеты, которые, очевидно, притащили туда из другого места. Мне лучше помолиться за Боба. 21 мая. Я был неправ, я не должен был туда ходить. Что здесь происходит? Все, что я мог слышать, это какие-то безумные, жуткие смех и звуки... кричащего Боба. Я не знаю, что делать. Я не могу об этом перестать думать. Это произойдет и со мной? Я не могу позволить этому случиться. Я просто не могу. 27 мая. С моего последнего входа... ну, с моего последнего выхода, наверное, имеется в виду. Или с... не знаю. Все из моих знакомых чуваков, да? Всех чуваков забрали в то здание. Я знаю, что я следующий. Очевидно, что все мы здесь для того, чтобы использоваться в качестве подопытных. Отсюда нет выхода. Что я собираюсь делать? А кто там стукает? Ну, не стукай. Ага. Опять гангбэнг, блядь!
Давай сразу скомбинирую, да? Когда станет оранжевый или красный, тогда буду думать, ладно? Отстань! Какие вы заёбы, пиздос! Пора, да? Ненасытный, смотри, пусть и пусть. Всё. А вот там кровь неспроста. Блин, а в каком году Вероника выходила? Она реально выглядит очень прям свеженькой. Там 105. А Эрка, да? Или ППшка? Да хватит меня кусь. Так, а в других частях тоже такая тема была. Там прохода нет, почему? И здесь что за тупичок такой? Здесь я все прочитала? Всякие журнальчики лежат. О, в параше не была. Отвратительный запах, какие-то странные разводы. А чем они это сделали комнату? Там что-то лежит, что ли, в углу, или мне кажется? Нет, это ручка просто слива. Странно. Давай выходить тогда. Ну, она хочет какать. Бля, не та кнопка. Извини. Ну вот, опять. Собакин, да? Ничего полезного, всякие материалы. А-оу. Это тоже не к добру, да? Я же не полезу в подполье или полезу? С другой стороны, заперто, нельзя открыть отсюда. Хорошо. Как скажете. Нельзя, что ли, перезаряжаться, пока у тебя обойма не потратится? Не попадая, понял, минус два патрона. Пока не надо. Опять патроны закончились, блядская эта сука. А все из-за тех дурачков. Ебать, смотри, она реально с двумя пушками в руках. Давай посмотрим, нам нужно вообще тут забор открывать или нет. Да, нужно. Там что-то есть важное наверняка. Давай откроем, разберемся с ними. Они все равно потом сломают, да? Запер... понял. Mm-hmm.
Please deposit any metallic items you have in the security box. А нет, ты меня не пропустишь? Или пропустишь? Я не буду туда ничего класть. А, понятно, тут все ничего не увидеть, да? Если ты не положишь. Найс. Пушки и нож тоже, да? Что я без рук буду делать? Бля, там пиздец сколько зомби. Я не знаю, как я без пушки пройду. Я же уже положила. Да. Зажигалку же не смогу. Бля, зажигалку тоже? Да вы рофлите. Мне надо пластиковый отбик носить с собой. Ладно, зажигалку тоже уберу, хорошо. Я вообще без слотов. Что, мне их просто выводить и потом бежать сюда? Или как? Уже патроны для ракетомета, ничего себе. А не рано ли? Где-то и ракетница, получается, тогда должна быть, верно? Хермит Форсибли, привет. Так, руководство пользователя. Наш новый продукт 3D-дупликатор состоит из двух частей. 3D-сканер. Сканирует 3D-объект. Это типа 3D-принтер, что ли? Сначала нужно положить материал, который вы хотите просканировать, вместо в сканере. Просканированный объект будет преобразован в 3D-данные. Которые потом будут, видимо, крафтиться, верно? Если вы положите туда материал, который вы хотите превратить, ну, перевести в качестве 3D-модели в машину, нужно начать с 3D-данных, ага, который создал 3D-сканер, понял. И результат будет исключительно похож на оригинал. А чем мы хотим клонировать-то, интересно? Я ж не смогу накрафтить миллион хилок себе здесь. Или смогу? А. Так, факс какой-то фабричной хуйни. Удостоверьтесь, что подтвердили содержимое следующей формы доступа. И добавьте имена, ну, людей, допущенных к списку посетителей. Шеф. Чиф, это ж типа шеф можно использовать, да? Короче, Пол Штайнер, он главный в... Из охранников, вот. Ну, вроде как. Доступ в область D. Следуйте деталям. Посетитель Карл Гришем. Тащит с собой новый продукт. Ага, какая-то пушка. Commodities. Будет использовать грузовик какой-то. И вот этот вот образец этой пушки. Старший. Ну, старший охранник, короче. Понял. Будут в дизайн брифкейс. Короче, в каком-то этом, в каком-то ящичке оно будет лежать. И мы его скрафтим, да?
Опаньки. Крис Редфилд. О, братишку моего нашел. What are you doing here? Что ты здесь делаешь? Крис Редфилд. Is he a relative of yours or something? Он you твой mean my brother? Родственник? Ah, да, он мой брат. Your siblings. Well, it seems your brother is under surveillance by Umbrella. What? Он намекает, что мой брат предатель работает на Umbrella. I've got to contact Leon and tell him to let my brother know he's being monitored. Мне нужно связаться с Леоном. It's a good thing I have access to an outside connection from here. Чтобы он передал, что за ним следят. That file shows latitude and longitude of this place. Why don't you send your brother the coordinates and ask him to come help? Thanks, I'll do that. Что вообще пиздец сложно стало? I'm just kidding. Ах ты шутник-то, а? There's no way he could get here, even if he is your brother. Он сюда не сможет никаким образом попасть, sure даже если он, мой, он твой брат. Нет, он сможет. He won't come. Он не придет. You'll just end up disappointed if you rely on others. Believe me, I know. Субтитры хуй знает. What was that all about? Что это вообще такое было? О чем диалог был, вопрос скромный? Umbrella следит за Крисом. Это яркость, Rumble. Rumble это тряска, типа, или что? А в трешке были сабы? Он что сказал, ты станешь разочарованием, если будешь полагаться на других, блять, до этого что-то мы про брата говорили. Вибрация гем... А, Rumble, да. Так, вот и эмблемка, которая нужна для двери, верно? Мэл Леону я уже отправила. Я плохую вещь сделала, интересно? Бля, не та кнопка ща. Надо карту глянуть, мне ж нужно будет пушки забрать. А я по шорткату никак не пройду, да? А, да, это я поняла, что пишет письмо Леона, чтобы он сказал Крису, что за ним наблюдает Umbrella. До этого там что-то болталось. Болталось о чем-то другом. Пошли в ту дверь, но без пушки я не уйду. Ага. Отсюда дверь не открыть. Понял, принял. Главное, чтобы эти еблан не полезли. Please deposit any metallic items you have in the security box. Я сейчас к зомбям полезу. А, точно, у меня же это... Всякие ракетные штучки лежат. В инвентаре. Активация 3D-сканера. Просканировать хуйню. Я немножко не понимаю, но типа я сделаю 3D-модель и чё? Нахуй мне 3D-модель, блядь, в хуйне. Спокойной ночи, Кирилл. Ну, определенно для эмблемки, да? Сомневаюсь, что это для патронов, потому что эмблему я бы не вынесла, чтобы дверь открыть. Подожди, а где это дальше делается? Он подготовился, ну а дальше? Мне нужно материал еще найти. А из чего я тогда сделаю это, блядь, это все? Ну не, блядь, не из ракет же ебучих.
Нужно где-то какой-то вонючий пластилин или пластик найти, да? Что там писалось-то? Сначала делаешь 3D-данные, а потом, типа, плейсишь туда материал, из которого ты хочешь сделать 3D-объект. А чё, а где, а кого, а почему? Назад возвращаться, типа, мы нигде здесь ничего не видели подобного на пластик там или ещё на чё-то. Я не хочу оставлять здесь ракетные штуки. Ставни открыла, которые были закрыты. Ну да. Я там смогу там пробежать и чё? И... Ну я же оттуда изначально пришла. Я же там, ну, типа, не находила пластилин. Они являются металлом? Являются, понял. Please deposit any metallic items you дальше have по цепочке, in the security box. Спасибо. Ну а лента и спрей нормальные? Бля, весь инвентарь что ли перелопачивать? Да ёбаное все. Please deposit any metallic items you have in the security box. Ничего полезного. Меня напрягает, что я все патроны въебала на самом старте, Локи. Все равно не понимаю, как я, если... Не понимаю, как я там, короче, где я пластилин возьму. Типа, сейчас пойду назад, выйду и чё дальше? Какая-то катсцена будет, и где-то я найду пластилин? Ладно. Блядь, там хилку оставила, ленты оставила. Типа забор разъебать, он теперь работает, да? Подожди. Ага. Можно было и второй огнетушитель, наверное, ебануть, да? Или он с собой забирается? А, он забирается. Отлично, сможем там пожар потушить, забрать дипломат. Это очень здорово. Так, гильотина. Под которой что-то лежит. Пэдлоки. Углубление для какой-то штукенции. Так, пошли тушить пожар там, где дипломат, да? Я не отсюда сюда пришла, да, с другой стороны? Или? Сейчас посмотрим. Тут долбоёб сейчас выскочит из-под низа, да? Долбоёб в скобочках собака. Куда я стреляю? В небо, понял. О, слушай, а не вот эту дверь открою случайно? Да, отлично. Да, выбрасываем.
Какую дверь я открыла? Шорткат какой-то, нет? Нет. Или да? Да. Это что за дверь? Назад вернулась, все поняла. Не та дверь, кстати, была. Или та. Да ебаный в рот. Я типа круг, что ли, навернула? А, ну да, шорткат, верно. Блядь, теперь тушеной картошечки хочется. Лежать плюс кровоточить, жиза. Смотри, она еще стреляет по-умному. Не в одного с двух стволов, а в разных. Гениальная игра. А тачку можно потушить или все? Сейчас узнаем. Так, дипломатик взяли. Что у нас в дипломатике? Металлический кейс закрыт. Как его ближе осмотреть? Вот так. Нажать на кнопку. Получить результат. Отлично. CG-01 был внутри. И объясняющий документ для применения. Бля, ютуберы сумасшедшие люди, серьезно. Они прям издеваются. В одно время смотрела кулинарный канал Борща. И он, бля, так сочно ел и говорил, ну что, сидите там свои пельмени жрете, да? А у меня тут бургер там, или какая-нибудь ёбашавуха, или еще какая-нибудь хуйня. И я сижу, блядь, и чуть не плачу. А, я неправильно поняла, TG-01 это не пушка, а типа сам пластик вот этот вот, да? Благодарим за вашу поддержку и использование наших продуктов, продукции, нашей продукции. Самые пиздатые технологии преуспели в создании уникального анти... Ну, короче, вы поняли, да? Хуйни, которые металлодетектор не находит. Особенности. Первое. Не триггерится на него металлодетектора. Также при перелетах, короче, в самолетах не найдут эту хуйню. Легкий, но типа не ломается. Мы хотим разработать различные виды оружия, используя этот пиздатый сплав. Вот вам образец, держите. Ждем не дождемся услышать от вас. Возможно, бизнес... Да, короче, бизнес-сотрудничество, вся хуйня. Metal Industries, Карл Редхилл. Заебись. Очень много дэмэджа получаю, очень много патронов потратила. Возможности. Привет, Sailor Mew. Там просто у меня вдвойне, что ли, как-то звучало.
Opportunities и что-то там еще какое-то слово. И в итоге подумала, что оно будет звучать корево и сделала по-своему. Вот. Предложение. Ну, короче, блядь, да. То, что, мол, сотрудничать хотим, вот вам это. Ну, на уровне бартера какого-нибудь. Скрытый потенциал возможностей. Именно так. Бля, пока карту не могу запомнить, где была, где не была. Так, тут мы взяли огнетушитель. Надо было в обход А, вот тут вот поворот, по-моему. Тут дверь была, верно? Ага. А кто там? Please deposit any metallic items you have in the security box. Бля, они ж потом разъебут все на выходе. Придется прорашивать и расстреливать. Очень здорово. Эмблемка есть, можно и по... Блять! Как мне это пробежать, скажи, плиз? По хп чё? Можешь сразу хилку юзать, а? На ленту тоже сагрится. Лента наша не железная, наверное. А, пусть лежит, наверное. Или можно, конечно, рискнуть. Сагрится. Бля, ебучий караул, шо робыты. Как мне их задоджить? Давай ленту положу, попробую пробежать. А чё я не выложила? А, спрей не похилилась, извини. Ну, ща похилюсь. Я его хотела до юзануть, а потом забыла. Спокойной ночи, спасибо. Так, главное, кефули ща пробежать. Это не кефули называется, если что. Же пиздец. Все меня покусали. И по съебам, дорогие мои. Вот за лентой обидно. Ну, не знаю, потом, наверное, как-нибудь сможем их забрать, не знаю. Я еще удивилась, а что так рано мне дали, типа, ништяки для ракетницы? Оно вон как, к сожалению, да? У меня огнетушитель остался. Может, я могу там что-нибудь еще потушить? Пошли попробуем. Но это с другой стороны нам делать, да? Это прям в самом здании. Не могу, но значит дальше где-нибудь пригодится, наверное. Бля, пушку-то не экипировала.
Можно было пробежать, не тратить патроны. Да, тот парнишка еблан съебался, непонятно. Тут закрыто. Дверь разъебана. Дверь разъебана. В тачке ничего полезного. С этой стороны не пройти. О, он там в Патрике. Я могу все тушить, все, что вижу, или не могу? Вот здесь определенно придется тушить. Блять. Ладно. Значит, будем толкать ящик. Ну, просить-то не надо. Я прошу, чтобы ты патроны забрала, дурочка. А что, я типа сейчас подвину ящик и перекрою... Огонь. Самый хитрый из моих планов, если что. Алло, оп. Опаньки. Огнетушитель есть, но мы лучше подвигаем ящик. По лестнице как будто старушка какая-то поднимает. Опять 25, еще и в каске дурак. Я потому, кажется, не попадаю, да? Опаньки. Возможно, кстати, можно было жмыкнуть по той бочке, чтобы сразу его деактивировать. Догасы? Бля. Какая живучая собака, не крутись. Все? Вроде все. Блин, так и буду вечно покоцанной бегать. А у меня она не влезет, да? Надо это совместить травки. А, кстати, не заметила, тут тоже, что ли, сундучков нету? Я не разбираюсь. Буяк и тот, не разбираюсь. В окошечко не посмотреть. Эта дверь открыта. Заперта с другой стороны. Надо научиться не проебываться с КП. А, у нас нет же этой карты, да? Вон там еще большая дверь есть. Которая заперта, наверное, да? А, лифт остановился на нижнем этаже. Не могу использовать его. О, травушки. Бля, я две зеленые смешала. Это хуёво. И оно мне не влезет. Надо запомнить.
Это не сейф-рум, к сожалению. Сделал вид, что умер, а потом, что не умер. Красава. Сколько еще? Не знаю, на самом деле. Я сегодня что-то какая-то вяленькая. Возможно, потому что меня разочаровало адовское прохождение. Я решила его дропнуть и чувствую, что я не закончила то, что могла закончить. Не знаю, может, часик еще, может, скоро офну. Заперто, нужен особый ключ. Хорошо. А я подобрала что? Боуган, эро... Тут что, лук, что ли, будет? Что это за... лучья пушка? Лучья пушка, лол. Лучше пушка это арбалет? Хорошо, спасибо. Карта здания. Я могу ее распечатать, да. Бля, вот это круто, прикинь. Не просто карта на стене висит, а можно распечатать. Я знала, что ты живой, кстати. Проверить решила. Ой, блядь. Здесь зеленая, там красная. Надо не забыть. Картридер. Ничего интересного. А тут что лежит? Ничего? Да ну не верю. Реально ничего, что ли? 90 арбалетных стрел. А что их так много дают? Они, видимо, дамажить мало будут. Странно, а где сам арбалет, интересно? Бля, ебать, простите. Из сауны я не ожидала увидеть. Сауна. Очень много горячего воздуха. Бля, бассейн в Resident Evil, не, ну вы видели? Уии! А, контролирует уровень воды? Или что? Сломан. Где-то есть циркуляционная труба. Рычаг давай покрутим. Нахуй я это делаю, не знаю. Видимо, чтобы что-то залутать. Правда, у меня слотов нет. Точно слот? А, там что-то моргало. Ключик, да? Который у меня никуда не влезет. Блять, надо посмотреть на карте, найти сейф-рум и угомониться. Можешь сделать, Сань? Или не можешь? Избавиться от всяких ножей пока бесполезных, да? 7%, блядь, в аярке остался. Это очень хуёво.
После признания зашел... В смысле? А что случилось? А чем тут за кнопочка такая? Тоже картридер какой-то? Серебряного цвета. Не могу открыть. Наверное, тем ключом открывается, да? Просто бумажка на столе. Да, ничего важного. Бля, дайте свою машинку, дайте чемодан, но не могу. Пустили в знание, но бывает проёбы. Арбалет, блядь! И документ. А, система безопасности, которая запирает двери в комнату биологических экспериментов. Используется... Короче, там используется код из 4 символов. Надеюсь, вы о нем не забыли. Его не забыли. Я только что получил приказ от системного администратора, который попросил нас изредка менять пароль. Не изредка, а периодически. Что меня больше всего беспокоит, это то, что вы постоянно теряете важные... мемос. Это типа... не меморис же, это в другом смысле. Пароли или даже химикаты. Поэтому, чтобы решить проблему, мне пришла в голову идея. Вы знаете изображение красного скелета человеческого? В конце комнаты биологических экспериментов. Я решила использовать номер, написанный на изображении, в качестве пароля. Если забудете, посмотрите на картиночку. Не думаю, что вам он потребуется в любом случае. Но, если что, теперь вы знаете. Мистер Беспечный. Так же буду себя называть. Сюда тоже карточка нужна? Не могу пройти без пасснамбера. Ну, книжка ж не где-то здесь. Он сказал в конце вот этой румы. Чтобы попасть в эту руму, я должна взять книжку, которая лежит в конце этой румы или что? А, вот нас... Нет. Бля, найдите мне сейф-румы, я не могу, и чемодан. Ни арбалет не могу забрать, ничего не могу забрать. Траву не могу забрать. Ключ не могу забрать. Телефон, естественно, не работает. А что, музыка опять хуёвая? Кто-то восстал, что ли? Нет сейвов? Ну, бля, мне не сейвы даже нужны, а избавиться от лишнего веса. Чё, мне вот, блядь, юзать траву и чё? Прости, братишка, я долбоёб. Сейчас, наверное, с ключа начнем, откроем одну дверь, да? Потом уже с травой, с прочей залупой. Я тоже не понимаю, почему такое жесткое количество стрел. Химистек. Как ПП шмаляет, охуеть. Здорово. А вот еще подозрительный шкафчик, да? Ебать, смотри, сколько.
180. Я хочу в кофемашине. Я не хочу пить прямо сейчас. А что, потом захочешь? Ничего интересного. Ладно. Там же не простой ключ, а ключ со штрих-кодом. Это, случайно, не та самая карта, а? Надо его осмотреть, пожалуй. Маленький ключ из стали к хранилищу. А хранилище у нас типа наверху было, где я еще не была. Поднимусь на второй, наверное, там где-то, да? Это вообще снаружи. Наверное, пока в этом здании, пусть знает, что посмотрим. Или тут все на ключ. Ой, на ключ-карте. Да ну. Здесь я была, там не было же двери, да? Блин, какая у меня отвратительная память на самом деле на локации. Я не знаю прям даже, что с этим делать. Ну не юзанешь, да, ключ? Это ж не хранилище нихуя. Может, снаружи тогда смотреть, или... Пошли снаружи тогда что-нибудь искать. Заметки где что, но это сильно усложнит на самом деле мне жизнь. И вы еще будете терпеть, пока я там что-то закончу. Кому это надо? Здрасте! И вам здрасте. Легенду Гримрок? Нет, вроде не предлагали. Догасы? Ну, бля, это издевательство столько патронов на собаку тратить. Зю-зю-зю. Я еще промазала. Да, блядь! Пизда. Скоро пора хилиться будет. Все. Нет, не все. Теперь-то все? Да блять! Я с полом воюю или с чем? Как убить собаку ножом, чуваки? Не смешно, блять. Кек. Да, блядь, ну не вставай, ну сколько можно? Она не умирает. Фу,
Фух, блядь. Сумасшествие какое-то. Ага. Шестиугольник, который можно куда-то там было вставить, да? Так, трава, трава. Сложнее, чем Final Boss, да, ну потому что сложно ножом попадать. У меня что-то удар клацал об пол. Айди. У меня пока нет айди, или вот это должен быть айди? Нет же, да? Потом разберемся. Ничего полезного. Я думала, это дверь, а ты говоришь, ничего полезного. А, тут все закрыто из-за компьютера? Нет, не все. Я сейчас на первом же мобе сдохну с таким ножом. Бля, там летучие мыши. Они злые, интересно? Понял. Сукины вы мыши. Пробежать, наверное, будет проще, да? Ну, конечно, я ничего не могу забрать. Ну, господи. Ну, почему? Почему так много слотов и нет чертова сундука? На втором этаже сейчас поднимусь. Ужасно, блядь, ни патронов, ничего нет. Ничего никуда не впихивается. Это уже второй или это примерно... А, ну понял. Заперто. Картина осматривать не время еще. Блин, сейчас нужно бегать, все подсобирать, найти хранилище. Уф. Наконец-то. Записка секретаря. Прошло 4 года с тех пор, как я стал служить сэру Альфреду. Он никому не доверяет, даже несмотря на то, что я его помощник, я... До сих пор не могу заходить в его приватный домик. В чем его проблема, блядь? Они говорят, что он живет со своей твин, со своей сестрой-близнецом Алексией в приватном домике на холме. Я видел, как кто-то стоял около окошечка в доме. Должно быть, это была та самая Алексия, у которой пиздецкая красота, да, и о ней все говорят. Я однажды спросила сэра Альфреда об этом, но это его только разозлило. Даже несмотря на то, что я просто его помощник, он не покажет мне Ленинс, не знаю. Нет, я спрошу его насчет Алексея снова, я могу подвергнуть свою жизнь риску. После всего, это тайна, почему он так сильно хочет сохранить свою приватную жизнь с Алексией в секрете. Потому что он мутант какой-нибудь или зомби, да? Чё тут лежит? Ага, ее передвигали. Ты сможешь ее подвинуть? Не сможешь или сможешь? Отлично. А под ногами у нас что? Что-то, что не влезет, да? Снисходительность. Ага. Ключ-карта Umbrella. Заперто. Две хуйни в форме пистолетов.
Мой ящичек любименький, как я тебя ждала, блять, ох. Нож пока оставлю на крайняк, да? Плечкарт сразу подберу. И траву надо будет подобрать. Которую первый раз не заметила. Потом с красной травой смексить. Будет здорово. Три штучки, приятно. Так, все, ладно, чуваки, жрать хочу, пиздец. Пойду отвалюсь сегодня коротенько, потому что это, наверное, четверка задушила. Как всегда, ведите себя хорошо, щечки не дуйте. Извини, Мосберг, не хочу, настроение хуёвое. Вот, спасибо большое за внимание, щечки не дуйте. Не будьте как я, что самое главное, не забывайте об этом, вам оно не надо. Удачи и до скорых встреч, увидимся завтра в то же время. В 10 по МСК. Давайте, всё решу коротенько, завтра отработаю. До свидос, спасибо большое.